Приветствую вас, дорогие зрители. Чтобы не пропускать горячие новости, советую подписаться на канал и включить колокольчик. Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Энтони Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан, написал он. Украина должна сама решать, наносить ли удары по русским военным объектам. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам убийц. Мир это право признает. По словам Подоляка, Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает, сказал он. 27 апреля губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что в районе местного села Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Ранее российские СМИ сообщили, что в Ирмино-Луганской области, который с 2014 года находится в оккупации, прогремели взрывы на складе боеприпасов. Оцените качество новостей лайком или дизлайком, а также напишите комментарий. До встречи!